Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами присутствуем на соревнованиях по большому русскому рингу и будут проходить сертификационные соревнования по защитной службе. Рад вас познакомить с главной судьей этих соревнований Юрий Валерьевич. Юрий Валерьевич, поподробнее, пожалуйста, расскажите, что за соревнования здесь? Ну, соревнования, которые проходят здесь, это сертификационные соревнования по большому русскому рингу. Это одна из, наверное, самых сложных защитных служб, именно которая разработана именно в России, вот, придумана именно российскими кинологами. И основано на том, чтобы показать работу собаки при нападении и защите от одного, двух и трех нарушителей. Также в этой службе уделяется внимание не только защитной службе собак, но и послушанию. То есть смотрится, как собака работает, адекватно она работает, может ли она управляться хозяином в момент агрессии. Вот. Поэтому как бы считается одной из самых, наверное, сложных защитных служб. Ну, вот я считаю, вот смотрите, то есть у вас соревнования будут проходить несколько этапов, да? То есть из каких этапов они вообще будут соревнования будут проходить из четырех этапов. Один первый этап – это послушание. После этого этапа сразу собака выходит на задержание одного нарушителя. После этого этапа второго этапа будет третий этап – это работа против двух нарушителей. И четвертый этап – это работа собаки против трех нарушителей. Вот так будет соревнование. То есть четырех этапов. Ну, понятно. И предварительно, соответственно, собачки пройдут ветеринарный контроль, да, зарегистрируются, получат номера и так далее. Спасибо вам большое. Не за комментарий. И вам всего хорошего. Удачи. Ну, итак, сейчас у нас начинается самый главный этап, это самый основной, то есть этап послушки. Я считаю, что без послушки дальнейшие просто соревнования, они не имеют никакого смысла. То есть, если у вас не отработана послушка, то дальнейшее как бы нападение, которое вы не сможете контролировать, да, то есть задержание какое-то, которое будет проходить, если собака вас не слушается, то смысла проводить уже никакого не имеет. Так что давайте посмотрим. Мало.